Молодого медведя-попрошайку, бродившего возле Елизовского села Малки, поймали и отвезли подальше в лес, чтобы обезопасить людей. Занимались этим госинспекторы Камчатской службы по охране животного мира. Там рассказали, что прикормленного водителями медведя заманили в специальную ловушку и увезли на автомобиле повышенной проходимости на несколько десятков километров в лесной массив, расположенный вдалеке от автодорог и населенных пунктов. Медведь благополучно перенес дорогу и, когда ловушку открыли, сразу же убежал в заросли кедрового стланника, рассказали в службе. Видео этой операции разлетелось по соцсетям.